Всем привет, с вами Раск, и мы начинаем третий сезон по Heaven and Hearth спустя почти полгода с последней записи. Ну вот так получилось. Тем не менее, я тут уже немножечко побегал, где-то часика 2-3, сделал самые первые базовые вещи, теперь надо найти, где будем селиться. Ну, еще там немного поел, поделал первоначальные квесты. Тут, кстати, добавили на каждое ремесло новые квесты. Сейчас покажу. Сейчас он загрузит. Опа. Вот. Если посмотрим на квесты, то вот у нас тут для охоты, для собирательства, для, как Поттер это, гончарного мастерства, рыбалки, обработки камня, фермерство и квесты. Оп. Ну вот, типа здесь вот, да. Уже немножечко так исследовал. Видите? Исследование, выживание поднял. Вот здесь вот скиллы пособирал. Так, теперь еще квестик у нас этот есть. Будем искать, куда нам поселиться. С начала нового 14 мира прошло уже 1.5 месяца. Уже такой движухи особенно нету, когда за каждую десятую часть качество друг друга все поубивать готовы. Так, теперь нам что надо? Ну окей, сейчас возьмем еще вот этого червячка. И побежали. Надо переключиться на бег. Да блин. Что-то он подтормаживает слегка. Надо, кстати, взять, потом настроить, чтобы он мог поднимать это сразу. Ну, заодно пособираем всякую дрянь. Вроде так, это что у нас, крапивка, да? Ну, может сейчас еще. Так, давай сюда. Может еще сейчас этого словим крота. Окей. У нас там кабан идет. Что-то мне стрёмно. Давай, беги. То, что он удирает, это как бы хорошо, он не закапывается. С другой стороны, смогу ли я его догнать? Вот в чем вопрос. До того, как... А, блин, сколько тут всякой сволоты. Ладно, не получилось. Ну и фиг с ним. По-хорошему надо найти Тингвол и поселиться возле него. Ну, плюс-минус неподалеку. Потому что, как бы, дело такое. Далеко бегать неохота. С другой стороны, тут есть маленькая такая проблемка. Если селиться прямо возле Тингвола, любой мимо крокодил, который там будет подходить к этому Тингволу, он, скорее всего, запалит все, что тут у меня есть. И вообще, как бы, очень легко нарваться. С другой стороны, это будет достаточно удобно, по той причине, что, как бы, далеко бегать не надо будет. Так,
еще вот этот вот. Крапивы много. Сделаем себе штаны. Не вечно же ведь с голым задом бегать-то. Ну и заодно... Так. Много крапивы. Нам надо еще больше. И так. Блин. Так. Почему закрывается, блин, этот? Непонятно, надо, блин, снова все настраивать. Но это я займусь уже после записи. Сейчас будем искать тингвол. Если повезет, найдем сразу. О, блин, медведь. Нафиг. Он меня приплющит. Практически моментально, можно сказать. Тык. И пьем. Или попытаемся где-нибудь тут. Ну, в конце концов, просто узнаем, где они тут, что есть. Может, найдем какое-нибудь другое место поинтереснее. Желательно на стыке парочки биомов. Ну, мне тут, конечно, говорили, что лучше карту прятать, но мне как-то все равно, честно говорю. А, наверное, вот здесь вот поселимся, или, ну, вот здесь вот, да. Ничего, пробежимся сейчас. Если других вариантов не будет. Потому что мало ли. Так. Тык. Водичкой подзаправились. Бежим дальше. Конечно, на своих двоих это такое себе удовольствие, на самом деле, все это исследовать. Очень такое себе. Тыкс. А лодку я не сделал. Сколько у нас этого получается? Так, 6, 8. Это 8, значит, да? Нам надо, получается, 14, да? Бобер, да? Тикс. На этих мы пока не охотимся. У нас сейчас совершенно другая задача. Что-то опять. О! Это хорошо. Как этот, ковыль. Это у нас ковыль. О, блин, я забыл, что теперь это отвечает фермерство, а не
извиняюсь. А не как его, а не survival. Для фермерства у нас будет другой человек. Потому что тут в одиночку только в несколько аккаунтов играться. Потому что каждый по отдельности, ну, все вместе это будет развиваться гораздо медленнее. Вот если бы еще кто-то решил мне помочь. Кто хочет, присоединяйтесь. Кстати говоря, как только узнаю, где я сам живу, я вам скажу. Тому, кто захочет присоединиться, конечно. Так, пьем-с. Сейчас пробежимся. О! Пык! И пык. Оу. А, теперь понял, в чем прикол был. Угу. Топаем наверх. Слегка перекусим. Червячки, они вкусные и полезные. Чистый протеин. Опа. Тут кто-то живее. Хотя, судя по тому, что тут уже начали рушиться ворота, и тут все никто не собирает, это означает, что тут уже фиг знает сколько времени никто не живет. Опа, и два трупа. Это опять-таки означает, что тут кого-то чпокнули. Это, так сказать, не самый прикольный вариант, но что поделать. Так, куда бы так поселиться, чтобы не это... вот, по идее, здесь хорошо было бы, только вот... как бы так... Если на расширение, тут этот... клифф, обрыв будет мешаться. Здесь... По идее, можно здесь. Но мне что-то не нравится. Узенький проливчик такой. Ладно, сейчас прыгнем к себе на костер. И будем смотреть в другую сторону. Тик. Куда он там? Ага. Вот сюда вот нам. Добираем, значит, крапиву. И дальше будем посмотреть. Пыц. Этот у нас будет воин, шахтер, кузнец. Как-то так. Есть тут что? Нет тут ничего. Нету тут ничего, к сожалению. А вот здесь, может, что-то и есть. Да, есть. Отличненько.
ковыль мы еще снова возьмем. Вот здесь было бы прикольно, но здесь, блин, слишком мало места. Где бы так поселиться-то? Кто бы мне сказал? По идее, можно вот здесь вот. Тут как раз прикольное место. С другой стороны, тут каменные, блин, эти места. Хотя, с другой стороны, довольно... Вот, наверное, вот здесь вот поселюсь. Где-нибудь. Опа. Это я удачно зашел. Вот. Все, место выбрано. Селимся вот здесь. Правда, рубить тут не перерубить. Ну да что поделать. Надо запомнить, где это место. Значит, теперь тогда делаем вот так. Так, где тут у нас маркер? Пык. Так. Зеленое. Пишем future. Home. Пык. И теперь пойдем смотреть, что у нас тут получается. Бежим обратно к нашим. Оу, как тут жужжит-то все. Так, что нам надо? Ага, значит, сейчас заглянем. Угу. Что у нас тут исследуется? Есть место? Места нету. Тык. Тык. Опа. Ну и так сойдет, грубо говоря. Открываем. Где тут хавка? Тык. Нет, это мы делать пока не будем. Этого у нас пока нету. Вот. Нам надо... Где тут у нас? Да, блин, вот когда... Когда не надо, вечно все, блин, есть. Когда надо, так, блин, фиг найдешь. Эх. Тик. Тик-тик-тик. Ну, я примерно знаю, где мы можем взять это все. О, лось. К сожалению, это всего лишь приправа. Они самостоятельные ягодки. Так. Открываем. И готовим. Теперь нам надо, наверное, колесо сделать. Блин. Так, делаем себе штанцы. И рубашечку. Если получится. Да, получится.
Так, теперь еще. У нас есть тут вещичка, которую можно... Тик, пик. Так, и вот это у нас вот сюда. Все. Так сказать, комплект новичка собран. Это, конечно, будет потом еще снято. Все. Ну, что поделать. Так, место выбрали, все нашли. На этом, по идее, серию можно заканчивать. В следующей серии я вам покажу, как я там обустроился, как там все красиво получилось. И, в общем, если вам понравилось, ставьте лайк или дизлайк, если не понравилось. Пишите комментарии, жмите на колокольчик, чтобы узнать, когда будет следующая серия. А до тех пор, пока-пока.